Всем привет, с вами Полутем. В этом видео мы поговорим о приложении BeatMaker Go. Это программа для битмейкинга на iPhone и iPad, которая поможет вам почувствовать себя настоящим диджеем. На главном экране вы найдете клавиатуру с 16 клавишами, на которые раскладываются звуки из открытого пресета. Нажимая на эти клавиши, вы будете получать звук, который потом сможете составить в полноценный трек. Чтобы использовать программу, не нужно иметь никакого диджейского опыта или особых знаний. В приложении имеются предзаписанные дорожки, на которые можно накладывать свои биты, добавлять различные аудиоэффекты, которые видоизменяют звук, и это поможет вам сделать трек более оригинальным. Также, если вы знаете, как это все правильно работает, то вы можете создать свой собственный трек с нуля, так как в приложении есть возможность записать свои звуковые дорожки. Снизу от клавиатуры вы найдете управление эффектами. Они добавляют оригинальность вашему треку, и стоит поэкспериментировать с данными эффектами. Вы их можете использовать один раз по нажатию на кнопку эффекта, либо можете зафиксировать на постоянной основе. Для этого нужно провести пальцем по кнопке выбранного эффекта. Одновременно можно применять до 5 аудиоэффектов к одной клавише. В верхней панели вы найдете кнопку для включения аудиозаписи, активацию метронома и панель изменения темпа проигрывания битлупов. Также с помощью кнопки AB Bank, это которая крайняя справа, вы сможете переключаться между двумя состояниями для доступа к 32 уникальным звукам открытого пресета. Как я уже сказал, вы можете записать свой собственный трек и расшарить его из настроек в боковом меню. Здесь же вы можете выбрать один из пресетов, которые выполнены в различных жанрах, от хип-хоп до драм and bass. В общем, уверен, с обновлениями разработчики будут добавлять сюда все новые и новые пресеты. BeatMaker Go – абсолютно бесплатное приложение в App Store. Если вы мечтали попробовать себя в роли диджея, то можете скачать данную программу по ссылке из описания к этому видео. На этом все, ребят, с вами был Apple Team. Если вы впервые, подписывайтесь на канал, ставь свой палец вверх, это важно. Делитесь этим видео с друзьями. Не забывай о яблочках. Пока!